Всем привет! Сегодня у нас первое тестовое испытание. Вчера были испытания вроде как успешные, такие, ну, часик там покопался. Очень даже понравилось. Испытываем Турек макрокрузер. Вчера было поле выбитое, ну, там нашли какие-то пряжки, там, ну, ничего особенного не нашли. Ну, я бы сказал, нашли, да, что-то. Катушка мне, кстати, очень нравится, я не знаю почему, но очень нравится, очень удобная. И аппарат довольно-таки шустрый. Скоростных рекордов, однако, не показывает. Не скоростных, точнее, а глубинных рекордов. Китай все-таки роет реально глубже. Но этот более разборчив. Вчера была ситуация, когда выкопал... Был сигнал. Я из этой ямы пином повыковырил кучу железа. И потом все-таки нашел тот цветнину, который он там хотел. Ну, очень прикольно. В чем прикол пляжа? Пляж был весь выбитый. Кстати, уже видите, ямку была находочка. Как обычно, начинаем снимать с первой находки. Тут у нас есть лэб. Лэп. Ну и пляж, собственно. Ну и, собственно, сейчас покажу находочку. Кстати, уже порадовал. Утырок. Смотрите. И, кстати, проба есть где-то. Сейчас посмотрю, сам помню, где она. Что это у нас? Ногти, конечно, да. Короче, 585-я проба, но я не знаю, что это, серебро, наверное. Ну, прикольно. Сразу же, первая находочка, офигеть. Короче, аппарат заслуживает уважения, походу. Ну, опять же, два таких артефакта. Я не понял, что он конкретно заметил. Либо сантим, либо пробку, либо и то, и то. Но, в любом случае, довольно-таки прикольно. Сантимчик и пробочка. Ну, пробочку мусор, но сантимчик... Уже неплохо. Еще один сантимчик, кстати, очень красивый. Не могу понять, видно, не видно, потому что, блин, что-то мне солнце засвечивает. Да, вот вроде как видно. Блин, не нравится турку наши сантимы. Он их сначала замечает на хорошем сигнале, под 70-ник, а когда они на поверхности, он их начинает выкидывать уже как черное железо. И, блин, вроде как сначала ты видишь хороший сигнал, выкапываешь, а потом он его не видит. Потому что у пляжного режима стоит дискриминация. Короче, получается фигня. Какая-то цветняшка, очень похожа на, знаете, от штанги циркуля. Колено, которое, ну, выгибается, чтобы регулировать угол. Даже не от штанги циркуля. Ну да, скорее всего, от штанги циркуля. Блин, наушники так прикольно. Хотя наушники, честно сказать, дешеватенькие вроде. Ну, на ощупь все приятно. Но наушники это так прикольно сам по себе, это вообще просто кайф. Это уже поинтереснее находка. Смотрите, с нашей девахой все как полагается. Красавица. 2 евро. Да, 2 евро. Круто. Еще в той же яме еврик и 5 центов. Судя по всему, недавно все-таки были раскиданы. Блин, какую я там яму выкопал, вы бы видели. Катушка вроде мне нравится, но, блин, что-то я не могу понять, как ей копать. И вообще все время промахиваюсь. Ну что, тестовые испытания у нас закончены на пляже. Пойдем тусить дальше. Что мы нашли в конечном итоге? Сейчас я увеличу, чтобы в общих чертах было видно. Ну, пробки. Не любит он пробки. Ругается на них. Фольга. Так. Ну, вообще, как бы даже неплохо, на самом деле. Ну, вот единственное, только заколебался мыть вот эти... Не мыть, а находить черные сантимчики. Не любит он их. Крякает на них что-то непонятно. Кстати, я думал, что самая большая проблема будет озвучка. Кстати, с озвучкой не все так плохо. Очень даже, на самом деле, можно сказать, даже приятная. Не напрягает так сильно, как думал. Думал, что будет ужасно напрягать, но, увы, нет. Не напрягает. Точнее, не увы. Ну, что у нас? 3 евро. 3,10. 3,20. И 3,24. Ну и, собственно, серебряная сережка с камушком. 925-я проба. Ну, уже неплохо. Начало положено. Кстати, пятая частота показала себя хуже всего на пляже. Только одни шумы. Не захотел он работать на пятой частоте. Ладненько, пойдем теперь в поле дальше проверять. Так, ну что ж, наша первая монета. Пока что наш турецкий товарищ очень сильно стесняется, походу. И ничего, кроме свинца, не ищет на этом месте.
Что у нас за первая монетка? Я, кстати, не знаю, что за первая монетка. Кстати, на самом деле забыл. Ща. Фиг его знает, видно там что-то, не видно. Вот такие. Это на что вообще? Не знаю, что это такое. Так, а здесь у нас что нарисовано? Это у нас пол копейки. Да, пол копейки. Не, 2 копейки, 1000. Не видно. Подождите. Короче, ничего не видно. 2 копейки. Ну что, пойдем искать дальше. Первая монетка на турке. Штучка похожа на игральную фигурку. Но это не, явно не она. Не знаю, что это. Вот такой вот кусок трубы вцепился турок. Сказал, не отдам. Какая-то десятка. Сказал, не отдам, блин, давай копаем. Ну, выкопали. Я-то понять не могу, что он там хочет от меня. Глубоко лежала, сволочь. Фух, запыхался чуть копать. Ну, первая пуговичка наша. Что-то какой-то турок невнятный. Докопался до камня реально в прямом смысле этого слова. Я сижу себе, копаю, не понимаю, что за фигня, что он там нашел, он до камня докопался. Я такой потом понял, что это камень. У терки я такое видел, только когда на железной дороге проходил. Она там на все камни пищала. Ну, что-то на этом поле. Ну, пуговичка симпатичная. Так, вот наша вторая монета за утырка. Кстати, ему к шкалу бы неплохо добавить, выдая. Что-то наподобие, а хер его знает, давай подкопаем. Потому что иногда можно начинать выдай копать 90, а по мере продвижения копа он падает до 30, ну или до 16. Так что, ну, разработчики вряд ли меня смотрят, но если вы знаете, смотрите, то добавьте там реально на шкалу ВДА. А хер его знает, давай подкопаем. А то как-то у вас аппарат совсем непонятный по ВДАю. Я уже, наверное, даже по звуку ориентироваться начну быстрее, чем по ВДАй. Ну, судя по всему, этот артефакт — это солдатик с ружьем на плече. Ружье ему, конечно, сломали. Ноги тоже со временем отвалились. Ну, мелочь, но приятно. Я, конечно, не профессионал, но, судя по всему, это у нас серебро. 10 копеек. Ща, подождите-ка. Не знаю, выйдет что-то, разглядеть не выйдет. Копеек, еще твердый знак на конце. А, нет. Ну да, копеек и твердый знак на конце. Ну, прикольно. Так, еще одна старинная монетка. Что-то у нас 1 копейка. Так, все, впервые на ваших глазах снимаю распаковку. А это не монетка. Ха-ха-ха. Это пуговица. Ну ладно, я думал, будет распаковка монет. Сюрприз-бокс. Е-мое. Ну, парни, копчик закончился. Сегодня я так покопал на совесть. Новая игрушка. Я бы даже сказал, чуть подустал. Ну, вообще так, с фанатизмом. Так, это все, что мы нашли. Новые монетки. Блин, вот очень хорошо себя показал на пляже этот аппарат. Вообще шикарно. Смотрите. Наковырял-то, блин, боже, сколько. Просто очешуеть можно. Там 3 евро. Почти 4 евро наковырял. Ну, неплохо, неплохо, честно сказать. Это очень даже порадовало. То есть 3. Три шестьдесят, три семьдесят пять, три восемьдесят, ну почти 4 евро, да, 3,85 наковырял. Так, это у нас сантима. Ну, не особо. Это у нас всякие блестяшки. Кстати, 2 серебрушки сегодня. Одна это вот эта вот сережечка.
пробочкой. Там проба есть, 925-я. И вот эта вот монетка убитая. Кстати, я сейчас пойду почищу. Вы пока посмотрите, что вы тут узрите. Ну да, монетина убитая, конечно. Ну, пуговицы. Три штуки. Фигурка. Какая-то вот клевер какой-то непонятный. И куча мусора цветного. Ну, как обычно, в коробочку. Что сказать по поводу аппарата? Я вообще за сегодняшний день не запомню ни одного VDI. Потому что этого аппарата, блин, ну VDI это вообще какой-то ужас. Я даже не знаю, блин, реально могли сделать, а хер его знает, что там в VDI написать и все. Сначала показывает 90, потом показывает 60, потом в конце оказывается 30, вообще непонятно. Ну да ладно, так-то аппарат копает неплохо, очень шустренький, блин, ну, лэп он вообще не боится. То есть мы с ним копали, наверное, поэтому он и выигрывает здесь. Он как бы вообще не боится лэп. Она ему не мешает, спокойненько копает вообще. Ну, так-то все прикольно. Ну, единственное, только, ну, не сказал бы, что он особо много нашел там вот именно на поле. Скорее, больше всего нашел на пляже. Ну, а так-то очень даже прикольно. Ну, копает не глубоко. Пин-поинтер удобный. Хотя, опять же, показывает какую-то непонятную штуку. Наушники приятно. Да, что-то, правда, у меня быстро зарядился, но если он так покопался, фанатизмом, я бы сказал бы. Обычно я так долго не копаю. Ну и в остальном все как бы прикольненько. Золото, конечно, не нашел. Жалко. Ну ладно, еще найдет, думаю. Хоть 4 евро нашел. Хотя китаец на пляже пивасик нашел. Было веселее.